Всем привет. Ура, здравствуйте. Крым, привет. Отлично, очень рад вас всех здесь видеть. Спасибо вам, что вы пустили нас на вашу прекрасную светлую землю. Спасибо большое администрации города Севастополь. Спасибо губернатору, спасибо заместителю губернатора Дубовику Евгению Георгиевичу и всем остальным людям, которые нам помогают провести данное событие. Несложное совершенно время для фестиваля, наверное. Наверное, дальше представите, да, кого-нибудь? Или вопросы есть? Вопросы, да. Ребята, если можно, по-быстренькому, я буквально 3 минуты и еду на площадку. Буквально 2 вопроса, в течение 5 минут ответ. Коренков Петр, Всемирные новости. Первый вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, какие трудности возникли при создании Крымфеста? Как вы прокомментируете отказ западных хедлайнеров от выступления на Крымфесте? И почему, собственно говоря, в релизе указаны те хедлайнеры, которых не будет на Крымфесте, и здесь в рекламе они тоже звучали? Так, а можно еще раз первый вопрос? Какие сложности с Крымфестом, да? Но первая сложность – это регион, действительно, куда сейчас не так просто добраться. Чтобы привести музыкантов, надо было купить большое количество билетов по большой цене. А здесь нету спонсоров практически. Очень сложно найти партнеров, но это переходной период. Но это что касается проблем. Очень было сложно тоже с площадкой нам согласовать. Там есть собственник у земли, есть, вернее, два собственника, скажем так. Вот с одним мы быстро согласовались с администрацией города Севастополя, а со вторым собственником, конечно, пришлось поработать. А насчет музыкантов. Почему музыканты отказываются выступать? Это надо у них спросить, почему они отказываются выступать в Крыму. Но я вам так скажу, если в сентябре-октябре мы обращались практически во все агентства, ко всем артистам иностранным, то был отказ 100%, то в июне мы уже получили подтверждение от Creator и от других коллективов, которые готовы были приехать. То есть немножко смягчилось обстоятельство. Я так понимаю, вопрос еще был, почему российских звезды отказались? Да, российские, и почему в пресс-релизе упоминаются те звезды, которых не будет? Как Дистемпер, Тараканы там, и так далее. А все очень просто. Дистемпер отказались выступать, потому что мы взяли группу 2517, они вместе не хотели играть, а мы не знали, что это нельзя делать, потому что мы делаем просто музыкальный фестиваль. Группа 2517 сказала, что фестиваль в Крыму – это политический фестиваль, а вот поэтому они тоже отказались выступать. Хотя я не понимаю, в чем здесь политика. Вот здесь вот лозунг был. На этом фотобаннере я так понял, да? Сейчас под него подписываюсь. Тоже не понимаю, почему такое было отношение. Здесь я не считаю, что это оккупированная земля. Здесь совершенно свободные, счастливые люди. Я не видел ни одного недовольного человека за целый год подготовки здесь. Так что не понимаю, не понимаю эти группы. Не понимаю группы «Тараканы». Понимаете, вот какой-то у них свое мышление. На самом деле, я считаю, что это попробовать на политических, пустых, фарсовых движениях сделать себе музыкальный пиар. На самом деле, надо хорошие песни писать, а не вот этой дребедятиной заниматься. Надо в песнях писать о политике и петь, а не говорить о том, что какой-то политик и так далее. Тогда иди в политике. Он вперед, там, подписи собрал, депутатом стал. Почему лайнап еще пока неизвестен? Ну, потому что очень сложно по логистике, например, там из группы «Смех» мы до сих пор не можем понять, когда они выступают, потому что у них концерт еще в Уфе, туда они едут на поезде, соответственно, двое суток туда, двое суток в Москву, там, ну, то есть вот такие вещи. Ну, сложно артистов привезти, билетов мало там, ну и так далее, есть определенные сложности. Рейсы отменяются, еще что-то переносится, то есть вот только такая вещь логистическая. Чем вы можете объяснить задержку туалетов, душевых кабин и прочего на фестивале? А это как раз первой проблемой к согласованию одного из собственников. Вместо того, чтобы заниматься организацией мероприятия, я вот сейчас прибежал, последнюю подпись у него поставил. Я не буду говорить, что он потребовал за это. Но не подумайте никаких пошлостей. Спасибо. Спасибо вам. Ребят, если есть вопросы, давайте два вопроса, и я поеду дальше. Да. Кто в итоге будет, если вы... А вам Евгений расскажет, кто в итоге будет. Это долго, вам всех перечислять, я просто замучаюсь. Нет, основные будут. На эффект от Маши уже 3 музыканта приехали, я могу вам показать фотографии, если хотите, прямо сейчас. В
Вчера мы их встретили. Кстати, насчет Маша хотел рассказать. Значит, начиная со среды, им посыпались огромные угрозы о том, что когда они сюда приедут, их здесь застрелят, порежут, там еще что-то и так далее. Агенты очень сильно были обеспокоены. Значит, коллективные были жалобы со стороны якобы украинских фанатов. Хотя мы в этом особо не верим. У нас есть, наверное, конкуренты, которые фестивали тоже отменяются, переносятся. Может быть, они, может быть, нет. Ну, не понимаем ситуацию. То есть мы их встречали с охраной. Спасибо аэропорту, администрации аэропорта Симферополь, которые разрешили охране пойти в зону досмотра, чтобы встретить артистов. Но они уже поменяли свое мнение за день? Ну, конечно. Они уже, знаете, они уже там сгорели на пляжу. Не буду говорить на каком. Цели безопасности. Ну, солисты мы ждем, чтобы они прилетели, не буду говорить когда, то есть дожидаемся. Они в Бельгии выступали с диджей-сетом, будем надеяться, что они к нам приедут. Во всяком случае, билеты не куплены, по договору любой трансфер и так далее отвечает артист. Мы все свои обязательства перед артистами выполнили, 100%. Все хорошо, Василий. Спасибо вам большое. Разрешите мне дальше идти работать, готовлю площадку. У нас тут МЧС, полиция, все дела, самые главные вопросы. Очень сложно запустить, на самом деле, нигде не фест без спонсоров, без государственного бюджета. Мы постараемся это сделать ради вас, ради нас и ради рок-н-ролла. Спасибо вам, всего доброго.